Здравствуйте! Вы смотрите новости Венсполса в эфире Курзумское телевидение, в студии Татьяна Саксаганская. Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о государственном социальном страховании, предусматривающий отказ от введения минимальных социальных взносов с 2017 года. Как планировалось ранее, в 2017 году за всех тех, кто работает неполный рабочий день, надо было бы платить социальный взнос как с полной ставки. В результате введения такого абсурдного законопроекта за человека, который работает неполный рабочий день и получает, например, на руки 50 евро, работодателю пришлось бы платить более 100 евро социальный налог. У нас тоже есть уборщицы, которые работают неполный рабочий день, и нам бы тоже был бы рост этого налога. Правда, у нас сумма за год была бы 22 тысячи, что для нашего бюджета мы как бы тут шума не поднимали. Ну, для предпринимателей это существенно, особенно для небольших, да? Ну, конечно, для предпринимателей это существенно. И есть, например, не государственный сектор, который занимается каким-то обслуживанием какого-то контингента. Там много таких случаев, когда работает неполный рабочий день. Ну, это как бы решение было принято математически, понимаете? Вот сделаем так, будет столько доходов. А будет ли, не будет, человек будет работать или будет уволен, станет безработным, это как бы не учитывалось. Марис Кучинскис выступил с предложением отменить введение этих поправок, и сегодня 87 депутатов проголосовали за. Депутаты также поручили правительству разработать и подать Сейм поправки к законам, устанавливающим размеры услуг соцстрахования для социально застрахованных лиц с объектом низких обязательных взносов. Я рад, что премьер принял правильное решение. Если что-то принято неправильно, правда, не тогда, когда он был премьер, тогда это решение было принято, когда премьером был Страуема и министр финансов был Рейрс, он внес это предложение. Но лучше исправить ошибки других и свои, чем ничего не делать и идти на большие социально-экономические потери в конечном итоге. Сегодня Сейм также решил повысить ставку налога с микропредприятий с 2017 года до 15%, а для предприятий с небольшим оборотом – до 7 тысяч евро в год до 12%. Данное исключение будет действовать только в 2017 году. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзумское телевидение. На сегодняшний момент можно смело утверждать, что в Латвии вновь производят автомобили. В Венсполсе в конце этого года открыты две новые монтажные линии. Швейцарский концерн Bucher Industrie до сих пор комплектовал технику для очистки улиц в Великобритании и в Швеции. Но теперь коммунальная техника полностью комплектуется в Венсполсе, начиная от создания металлических конструкций до ключа зажигания. Ранее на Венсполском предприятии осуществлялся неполный цикл строительства машин. И только в этом году наступили большие перемены в деятельности этого предприятия, благодаря которым в Латвии создается коммунальная техника новейшего поколения – машины для очистки улиц емкостью 2,4 кубометра. Это производство уже 12 лет работает в индустриальной зоне Венсполского свободного порта. Ранее на предприятии монтировались отдельные компоненты, которые затем отправлялись на дочерние предприятия в Швейцарию. Что вы делаете? Предварительный монтаж провожу. Подготавливаю мосты, мотор, чтобы коллеги могли дальше строить автомобиль. Все процессы у нас проходят на самом высоком уровне качества. Таково требование. Работа должна быть проделана качественно. А если что-то сделано не так, необходимо вовремя это заметить. Я именно здесь на месте обучался. Сразу сначала гибко металла, потом постепенно уже на резку лазера перешел, и там, здесь работаю. И нет таких мыслей, что надо уезжать из Латвии? Нету. И желаний нету. Ага. То есть европейский уровень тут на месте, никуда не надо уезжать? Да, есть он здесь. Мы, в принципе, когда смотрим, чтобы было, так сказать,
В принципе, мы смотрим, есть ли у человека техническое образование или опыт. Это не обязательно и не так критично, но желательно. Мы оцениваем, насколько человек заинтересован. Мы заметили, что к нам приходят люди без специального образования, но у них горят глаза. Они готовы работать, учиться. Они очень хотят. Мы видим, что это успешно работает. Полный производственный цикл означает, что местные специалисты осуществляют весь процесс, начиная от разрезания металлических листов и до машины, готовы выполнять свои функции. Детали поступают от поставщиков из Италии, Германии и Швейцарии. Большая часть металлических компонентов производится в Вентспилсе. Мы видим лазерное оборудование, которое режет металл. Дальше металл сгибают. Здесь техническая часть, где сгибают трубы. Здесь работают токари, фрезеровщики. У нас еще один сварочный цех, где мы варим черный металл. Это шасси. Основные детали автомобиля. Мы видим здесь станцию для покраски пульверизатором. Таких у нас две. Одна производит грунтовку, детали. Вторая покрывает краской. Это станция второго этапа. Весь цикл состоит из того, что деталь подвешивают и затем обрабатывают. Новинка – строительство 4-кубовой машины. Эту машину мы переняли у Англии, а эту 2-кубовую машину мы переняли у Швейцарии. Эта новая линия работает с сентября. Коммунальная техника, производимая швейцарским концерном, предназначена для уборки улиц, для сбора мусора. Такие машины можно встретить и на венспилсских улицах. На заводе сейчас работают 240 человек, прошедшие обучение в различных европейских странах. Мы уже в Европе. Мы предлагаем наши знания, возможности общения, возможности работы, доверие предприятию. Это то, что они оценили. Сейчас можно смело утверждать, что латвийские машиностроители гарантируют австрийское и швейцарское качество. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Инжодзинч, Курзумское телевидение. Скоро исполнится год с того момента, как Вентспилсе ввели новый порядок расчета за коммунальные услуги. Специалисты предприятия УДК проанализировали проделанную работу и продолжают следить за статистикой. Каким для предприятия был этот год и какие тенденции обозначились, узнаете из сюжета Артура Анча. Руководитель предприятия УДК Эдгарс Даугелис рассказывает, что начало этого года было особо тяжелым. К новому порядку расчетов должны были привыкнуть не только вентспилсчане, но и само предприятие. Жители города должны были стать более пунктуальными и внимательными. Ведь теперь показания счетчиков расхода воды нужно сдавать в конкретные числа. Начало было тяжелым, но со временем статистика стала улучшаться. Надо было обработать больше, чем 15 тысяч показаний, то есть показаний счетчиков, и, конечно, это просило большого рабочего ресурса. Жителям, конечно, в свою очередь, надо было вспомнить о дисциплине, что в течение 4 дней надо было подать данные о своих показаниях счетчиков, и, конечно, забывалось. Потом вспоминалось, что, оказывается, счетчики не верифицированы, или те квартиры, у которых не было счетчиков. И когда им начали накладывать эти разницы, конечно, они тоже сразу начали реагировать. Начало было довольно тяжелое. Сейчас можем сказать, что статистика показывает, что ситуация увеличивается. Если раньше вот эти плохие квартиры, которых не было счетчиков, или которые забывали, или верифицировать, или подавать показания, то... Сейчас таких квартир становится меньше, и сейчас можем сказать, что 30% уже домов, уже нету таких квартир. Если раньше было только 3% таких домов, где нету плохих квартир, то сейчас уже больше, чем треть. Так называемые плохие клиенты – это те владельцы, в квартирах которых не установлены счетчики, те, у которых закончился срок верификации счетчиков, и те владельцы квартир, которые по той или иной причине не сдают показания счетчиков расхода воды. Многие сейчас идут к нам с претензиями, что я не заметил, что счетчик уже не верифицированный, вы тут мне тут сейчас насчитали разницы, или я тут приехал с командировки и не знал, что такой порядок сейчас новый приходит.
Конечно, мы стараемся объяснять, информировать, сейчас информируем, но что даже в этом же самом счете, который мы каждый месяц высылаем, есть графа, где показано, значит, верификация, время верификации счетчика. Конечно, люди не всегда смотрят, но мы вот их как-то просим, агитируем смотреть на то, что в счете указано. Иногда в УДКУ обращаются клиенты с жалобами, однако их количество уменьшается. Самый актуальный вопрос в последнее время – почему, несмотря на то, что все жильцы дома вовремя задекларировали показания счетчиков воды, остается разница? Это создает недопонимание среди жильцов дома. Согласно новых правил Кабинета министров, нового законодательства, главный счетчик и коммерческий счетчик является на вводе в дом. И за этот, по этому счетчику люди должны и этот дом должен и рассчитаться. То, что появляется эта разница, разница появляется по разным причинам. Есть еще люди, которые декларируют не фактическое свое потребление воды, а меньше. Или воруют также. То есть причины есть всякие, да, то есть снимают показания, может быть, не вовремя, не точно, не указав литры. И потому мы агитируем через управляющего дома вместе ходить по этим домам, и особенно если разница получается больше, чем 20%, то согласно, опять же, того же законодательства, правил Кабинета министра, домоуправляющие обязаны сделать все, чтобы эту разницу уменьшить. И потому вот сейчас мы уже, наши контролеры ходят вместе с домоуправляющим по таким домам и показывают, да, действительно жизнь показывает, что люди потратили 10 кубов, а пока показали только 2 кубометра, магниты и все остальное. Татьяна Шаховская, Артур Анч, Инси Жознич, Курсмское телевидение. Почти год Венспилский центр поддержки детей-инвалидов «Циндинж» осуществлял проект, в результате которого клиенты центра должны были научиться самостоятельности. Проект осуществлялся при поддержке Венспилского самоуправления. В рамках конкурса «Циндинж» получил 1500 евро, что позволило оплатить работу ассистента. Подробности в сюжете. В преддверии Рождества в центре «Циндинж» разносится приятный запах печенья «Пипаркукас». На печь надо много, и все очень стараются. Работа проходит под присмотром ассистента, который вот уже 8 месяцев работает в центре в рамках проекта «Я делаю, я могу». Главная цель проекта была, чтобы наши дети обучались самостоятельности. Самостоятельно сделать для себя бутерброд, самостоятельно салатик приготовить, чтобы если дома никого нету, ну, бывает, что он за себя сам ухаживать сможет. Каждый день в центре кипит работа. 3 раза в неделю проходят творческие занятия, 2 раза в неделю спорт, 1 раз в неделю занятия музыкой, а в последние месяцы особое внимание уделяется кулинарии. Занятия по кулинарии проходят раз в неделю. Так как мы готовимся к Рождеству, мы печем печенье «Пипаркукас». Они в основном все делают сами. Я только помогаю, если надо. Мы учимся готовить и другие блюда. Ходим в магазин все вместе, работаем в команде. Перед занятием мы придумываем, что мы будем готовить. Затем каждому раздается свое задание, что купить в магазине. Каждый покупает конкретные продукты. Самое сложное было привыкнуть к детям, поделилась Анита. Но зато теперь она ждет каждой встречи с ними. Требуется большое терпение для того, чтобы научить их элементарным для здорового человека вещам. Ну, с тяжелой умственной отсталостью, да, это не будет так легко сказать. Иди купи, иди принеси и сделай то, да. Им все время нужно рядышком стоять, напоминать, что мы делаем, зачем мы делаем, куда мы идем и что ты должен купить для того, чтобы салат получился. Сначала поход в магазин – это было целое событие не только для клиентов центра, но и для работников магазина. Вначале, когда мы шли за покупками, магазин как бы весь был звенчен. На ушах, да. Там охрану вызывали, всех продавцов вызывали, все ждали, ну что сейчас будет, они пришли, что они сделают, ужас, что делать-то.
Так, ну, вот регулярно идем мы, да, и они уже привыкли, знают, что у них свое задание, что они очень тщательно выбирают то, что им нужно. Они ничего не ломают, они не крадут, они пришли сделать свое задание, чтобы научиться чему-то новому. И сейчас продавцы как бы привыкли уже к нам спокойно и очень доброжелательно, да, помогают. Проект завершился, но руководитель центра «Цимдинш Ева Саммита Церпа» понимает, что останавливаться на достигнутом нельзя. Приобретенные навыки необходимо постоянно закреплять. Наш ассистент так хорошо вжился в эту роль, что мы просим самоуправу и в бюджет вложить еще одного ассистента, этого ассистента, который за полгода обучился у нас. Потому что таких людей достать, которые хотят, могут за минимальную как бы плату, да, их немного. И мне не хочется отпускать, да, потому что, ну, просто великолепный человек. Венспилское самоуправление ежегодно выделяет финансирование, благодаря которому есть возможность оплачивать содержание здания и работу некоторых специалистов. Татьяна Саксаганская, Инжодзинш, Курзымское телевидение. Незадолго до Рождества в Венспилской высшей школе награждают лауреатов приза года. В этом году призы вручались не только в традиционных номинациях. Были введены и новые. Наградили обладатели стипендии профессора Андреса Клауса. Праздничное мероприятие стало поводом подвести итоги уходящего года, оценить, насколько успешным он был для Венспилской высшей школы, которая в следующем году отметит свой 20-летний юбилей. В прошедшую пятницу в стенах Венспилского дома творчества прошла ежегодная церемония вручения приза года, на которой объявили самых ярких людей и события Венспилской высшей школы в этом году. Впервые отдельно наградили лучшего студента и студентку Венспилской высшей школы. Студентом года стал Юргис Петерис Эглитис, а студенткой Анна Паула Груздене. Преподаватель года Сергей Хилькевич, один из претендентов на должность ректора Венспилской высшей школы. Мероприятие года – ночное ориентирование, а напасть года – снятие с должности ректора Гиты Ревалде. Председатель студенческого совета высшей школы Оскар Слинде, вручивший приз благодетелю года, отметил успешное сотрудничество высшей школы и ее студентов с самоуправлением. Логично, что благодетелем года стала именно Венспилская городская дума. Исполняющий обязанности ректора Карлис Креслендж отметил, что прошедший год был полон событий, а также успехов и достижений. Самое большое научное достижение этого года заключается в том, что мы стали полноправным членом европейской сети радиоастрономических наблюдений. А второе – то, что благодаря поддержке Венспилского самоуправления Айвера Лемберга, а также депутата Яниса Вутинса, нашего бывшего ректора, и поддержки других депутатов Венспилской высшей школы, было выделено финансирование на развитие науки. Это означает, что инфраструктура в Ирбене будет развиваться. Будут строить антенны Лафар. Следовательно, мы будем одними из лучших в Европе и мире. Год был успешным и в плане учебы. В сотрудничестве с Латвийской морской академией была создана новая учебная программа «Судовая навигация». Мы оценили качество учебных программ, пригласили экспертов со стороны. У нас намечены цели развития, как привлечь студентов, увеличить число учащихся, при этом повысив уже имеющийся уровень качества образования. По словам Креслинша, главные цели и задачи Венспилской высшей школы на следующие годы – обеспечение более высокого качества обучения и науки. Конечно, у нас должен быть детальный и скрупулезный план. План того, как мы освоим финансирование, как государственное, так и то финансирование, которое мы получили благодаря положительному голосованию. Это глобальные цели, но нельзя забывать и о приближающемся 20-летнем юбилее Венспилской высшей школы. Это будет самым большим вызовом, и над этим мы работаем. На мероприятии были награждены и обладатели стипендии профессора Андреса Клауса. В этом году стипендию вручили не одному, а трем активным, умным и успешным студентам Венспилской высшей школы – Анне Пауле Груздене, Пауле Луции Вейкригере и Юргису Петерису Эглитису. Татьяна Шаховская, Артурс Анч, Инс Жозинч, Курзымское телевидение.
В рождественском традиционном турнире по кёрлингу, прошедшем в Вентспилсе, приняло участие 12 команд. Особое внимание нашей съемочной группы привлекли три команды, участниками которых были спортсмены в инвалидных колясках, ловко отправляющие камни в нужное место. Рождественский кубок по кёрлингу Вентспилсе разыгрывается уже в 13-й раз. В последние годы за этот кубок борются и кёрлингисты-колясочники. Две команды представляли Латвию и одна Эстонию. Эрк Келил 4 года тренирует колясочников, и за это время наблюдается большой прогресс. Первые 2 года я был тренером финской сборной, участвовал вторым тренером Сочи Паралимпии. После этого этот вид спорта начался в Эстонии, поскольку у нас построили новый спортивный комплекс Тондерва. И там приличные возможности заняться ежедневно этим видом спорта. И мы колясочниками очень быстро выросли. В Латвии кёрлинг на колясках был основан в 2010 году. На сегодняшний день в стране 3 команды. 2 в Риге и 1 в Даугавпилсе. После Паралимпийских игр в Ванкувере президент Паралимпийского комитета Латвии договорился о предоставлении нам льда. Мы попробовали, и с этого все началось. До тех пор в Латвии никто в кёрлинг на колясках не играл. Играя на коляске, спортсмены специальной палкой толкают камень. И тут очень важна точность, ведь отсутствует такой элемент, как свист. Натирание льда щеткой. Они играют мазлиц итанак, нека парее. Тад они паш пар себе в ратенкреслос, тад они им тац специалс тац. Они играют немного иначе. Так как они в инвалидных креслах, у них есть специальная палка, которой они отталкивают камень и делают бросок с другого места. Если мы сами скользим и руками толкаем камень, то они с одного места палкой его толкают. Камень сам скользит. Они не натирают перед ним, потому что некому это делать, если вся команда на колясках. В смешанных турнирах скип соперников тоже не натирает лед, чтобы отправить камень за штрафную зону. Докуда камень докатился, там он и остается. Вместе с Вентспилсским клубом тренируются 2 спортсмена-колясочника из Лепы. А вчера мы пригласили вентспилсского парня, чтобы он приходил тренироваться вместе с лепайчанами. Мечта латвийской команды войти в группу А и принять участие в Паралимпийских играх. Порядок определения сборной Латвии таков. Та команда, которая выиграет весной латвийский чемпионат, та и представляет латвийскую сборную. В кёрлинге такая практика, потому что трудно собрать игроков, которые хорошо коммуницируют. Игроки уже привыкли друг к другу, и им легче играть. Со стороны кёрлинг может показаться довольно спокойной, неазартной спортивной игрой. Но по словам тех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта, кёрлинг развивает аналитическое мышление, физическую силу и умение работать в команде. Недаром его называют «шахматы на льду». Татьяна Саганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Не забудьте посмотреть прогноз погоды на завтра. До новых встреч! Стремительно приближаются рождественские праздники. Однако в праздничной суматохе нельзя забывать и о сдаче точных показаний счетчиков расхода воды в период с 25 по 28 декабря. Предприятие УДЭКО напоминает, что показания счетчиков можно сообщить 2 способами. В письменном виде, записав показания на корешке счета за предыдущий месяц и опустив его в установленный управдомом почтовый ящик, или электронно на портале для клиентов www.clientm.udeko.lv. УДЭКО также призывает регулярно следить за датой верификации счетчика. Вентспилсчане также должны знать, что 26 декабря клиентов не будут принимать ни предприятие УДЭКО по адресу улица Пилс 12, ни предприятие Вентспилс Силтумс. В свою очередь, 23 и 30 декабря прием клиентов будет осуществляться в первой половине дня до 13:00. Предприятие «Вентспилс на Кустаме Ипишами» приглашает присоединиться к своей команде профессионального и инициативного коллегу, заведующего эксплуатационного отдела.
предприятие доверит коллеге выполнение следующих обязанностей: управление жилым домом, контроль и организация обслуживания прилегающей к нему территории, техническое обследование жилых домов, планирование ремонтных работ, контроль за ходом их выполнения, ведение журналов дома, актуализация дел домов, организация санитарных работ и контроль их выполнения, общее обследование технического и визуального состояния жилых домов, а также коммуникация с жильцами домов. Требования. Высшее образование в сфере управления недвижимостью. Хорошие коммуникативные способности. Хорошее знание латышского и русского языков. Компьютерные знания, а также водительские права Б-категории. Предприятие предлагает ответственную и динамичную работу, стабильное вознаграждение и социальные гарантии, возможность получить новые знания и получить практический опыт, а также страхование здоровья. CV и мотивационное письмо с пометкой «Конкурсом на Амупардинес» нужно отправить на электронную почту или принести лично по адресу улица Ужевас, 8, до 6 января 2017 года. Дополнительная информация по телефону 636-22-336. Приближаются любимые народом праздники Рождество и Новый год. Главный атрибут этих праздников – елочку можно купить на Венспилском рынке. В среду дигитальный центр приглашает всех в праздничный фотоуголок, а в 16:00 детей ждет Курзамский демо-центр. А вечером в 19:00 театральный дом Юрасварты приглашает на концерт. В четверг в 12:00 музей имени Герберта Дорба приглашает на творческую мастерскую по изготовлению открыток. Открытки будут изготавливать также и в Парвинской библиотеке в 14:30. В Рождество 25 декабря в Приморском музее под открытым небом состоится традиционный праздник паровозика. Начало праздника в 14:00.